Здравия всем! Вы находитесь на канале Елены Дерегетти. И мы с вами находимся на перевале. Смотрите, какие лошади здесь покрыты. На улице 3 градуса тепла. Вот она я. Такая вся. Вышла из ресторанчика. Мы возле вот такого ресторанчика. И здесь комнаты наверху сдаются. Можно посидеть на улице. Здесь есть плед, чтобы накрыться. Вот такой фонтанчик. Сейчас я подойду ближе. Вот посмотрите, яхта стоит. Здесь озеро. Я не знаю, как оно называется. Я потом посмотрю по карте и напишу в описании их. Народ делает прогулку. Мы остановились здесь покушать. Это рыбный ресторан, но есть здесь дикое мясо, то есть мясо животных, которые в лесу живут. Вот Марка сидит. Вот наш стол. И вот посмотрите, здесь стеклянные такие вот витрины, и там обычно бывает рыба, но сейчас этой рыбы нету. И вот там тоже такие вот, как сказать, не бассейны, а, короче, для рыбы стеклянные. Здесь находится рыбий рынок. Вот рыбий рынок, но на данный момент это все закрыто. Значит, открывается он с 13 до 21. Мерколеди и доменика. Это значит среда и воскресенье. Вот такой красивый здесь лес. Сегодня 31 октября. 3 градуса тепла. И я прям уже подзамерзла. Давайте войдем внутрь. Здесь вот также можно выйти покурить. Такие вот кресла с пледами. Вот такой плед тепленький. Стоят вот такие вот вербы. И они ночью вот так освещаются. Очень красиво. Наверху такие комнаты. Посмотрите, какие вот здесь вот линёк, ну, трота по-ихнему. Такие вот рыбы шикарные. Сразу мы пройдемте в туалет. Так вот, чтобы показать. Это лестница наверх. Вот здесь вот у них удочки, спиннинги, сачки. Здесь можно перепеленать ребенка. Старая вот такая лампада. И там лампочка у нее внутри. Только я не вижу, где зажигается. А, вот уже она, зажигалка. Я извиняюсь. О, видите, ставили туда лампочку внутрь. И вот вам, пожалуйста. Давайте зайдем в женский туалет. Вот такой вот туалетик. Такой вот полотенчика. Ой, вот так вот я. Раз, 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 раз. И две кабинки. Две кабинки. Очень чистенько. Низкие потолки деревянные. Вот с такими лампочками. Так, если выключила я. Идите дальше. Смотрите, здесь полы каменные, то есть гранит. Шикарный подсвечник, ковка. Здесь вот такой будуарчик.
разворачиваемся. И вот в такую арочку мы проходим. Смотрите, какая ширина стены. Народ тоже разошелся, покушал. Мы подъехали поздно, потому что как-то вот со временем не рассчитали. Бар. Здесь продается икра всевозможная, шпроты. Цены атомные. Вот такая вот рыба. Типа пойманная в 99-м году, 5 числа, 8 месяца. 13 килограмм 900 грамм. А, почти 14. Ну, может быть, так оно и было. А, вспомнил, как называется аквариум. Здесь вот рак большой. Лангуст. Здесь всевозможные ракушки. Также сидит лангуст. А вот крабик. Здесь мидии, по-моему. Ну вот одна мидия, во всяком случае. Ну вот в таком мы ресторанчике вот остановились. Здесь раздевалочка такая небольшая. Вот Марку принесли. Марку, салюте. Привет. Привет. Вот смотрите, ему принесли вот такую пасту, называется пиццоколи с картошечкой. Бартеллини. А мне принесли вот такую вот рыбку. Рыбку с соусом, с салатом. И вот здесь вот есть дикий рис с овощами. И внизу на подогреве. Я с вами прощаюсь. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Всем желаю добра и счастья и удачи.